Администрация района обновила свой автопарк, приобрела 3 автобуса ПАЗ. Для эксплуатации их передала предприятию «Чероит». Ездить на новых автобусах будут жители Арылаха, Алмазного и Чернышевского. Один автобус приобрели специально для перевозки детей. Он оборудован ремнями безопасности и тахографом. В будущем администрация планирует покупку еще 3 таких автобусов. Один для Мирного, 2 для Удачного и Айхала. 2 автобуса ПАЗ 32054, один посадочный на 30 посадочных мест, второй на 25 посадочных мест. Они также автобусы оборудованы и ремнями безопасности, и тахографами. То есть могут использоваться как для междугородних перевозок, так и пригородных перевозок. Данные автобусы школьные, которые так и называются, школьные автобусы, дети, он оборудован, он на 22 посадочных места, в том числе на 20 школьников и 2 сопровождающих.